уважаемые гости, педагоги, родители, ребята! Мы рады приветствовать всех на большом празднике, посвященном открытию детского сада, который гостеприимно примет 100 малышей. Сегодня поистине большой праздник. Я помню эти развалины, руины, которые здесь были. И сегодня такая красота. Посмотрите, поселок мясокомбинат, поликлиника, больница, школа, детский сад. Все сделано для того, чтобы люди жили комфортно. Я не видел, но более чем уверен, что там все так же красиво, как и снаружи. С праздником вас, с новосельем. И день рождения принято дарить подарки, да? Вот 100 тысяч рублей вам, я думаю, пригодятся людям, да? Если честно говорить, не очень был уверен в том, что так быстро все это получится, и мы сумеем выполнить вот эту мечту. Я радуюсь сегодня за девчонок и мальчишек, которые получат здесь право жить, право учиться и быть счастливыми арчанами. А мы взрослые просто уверены, что, ребята, ваши мечты обязательно сбудутся. От всех родителей, от мам, от бабушек, от дедушек слова огромной благодарности за этот прекрасный, волшебный мир, в котором нашим детям будет светло, красиво, тепло, уютно и солнечно. Огромное вам спасибо. И этот детский сад будет просто украшением и гордостью нашего района. Большое, большое спасибо за красивый садик. Мы очень-очень боялись, теперь каждый день буду ходить.